День первый. Потерянность. Я живу без тебя. Едва открываю глаза и тут же теряю пространство. Как будто и не было счастья. Словно не было нас и меня. Обманутое самозванство. День второй. Поглощающий страх. Я одна. Будто ушла из-под ног опора, и кажется, я на дне, но не чувствую дна, кроме разъедающего крика своего и ора. День номер три. Ты все так же молчишь. Мой же голос, натянутый, как струна, трясется. Как дурак, сам себе объясняешь там что-то и говоришь. А внутри не кот, а сатана, а сердце скребется. День четыре. Принятие или просто бред? Ты позвонил. Может, он любит? Может, скучает? И сказал, что придешь сегодня ко мне на обед. Что ж, прихвати к чаю новое сердце. Моего уже не хватает.